Всем привет! Вышла на прогулку. У нас в Москве сегодня жара, плюс 20, хоть даже солнца нету, но очень жарко. Плюс 20, представляете? 1 апреля, плюс 20 в Москве. Это что-то. Снег уже почти растаял весь. Красота! Ощущение такое, прям как будто лето, а не весна. Я всех поздравляю с 1 апреля, с днем смеха. Шутите, прикалывайтесь друг над другом, веселитесь. Поднимайте друг другу настроение. Нам нужен позитив. Негатива и так хватает. Вот. А я прогуляюсь. Заодно пройду свои 10 тысяч шагов. Не вечером, а днем. Может быть, еще и вечером пройдусь. Ходьба – это жизнь. Движение – это жизнь. Ходьбы много не бывает. Тем более в такую погоду гулять – одно удовольствие ходить. Небо у нас ясное. Просто солнышка нет. Вчера было солнышко. Завтра тоже обещают 20 градусов, послезавтра тоже 20 градусов. Так что пока будем наслаждаться классной погодкой в Москве. Всем хорошего настроения и кайфушечки!